Всем привет! Сегодня 1 марта, первый день весны. Мы снова на даче. Продолжается ремонт в последней комнате. Пока я буду доделывать ремонт, муж решил сделать шашлычки, чтобы перекусить. Вот уже горит мангал. Ну а я продолжаю делать ремонт. Сейчас буду белить потолок. Завтра уже, наверное, стены. Недавно только мы приехали, растопили печку. Но сейчас уже морозов нет, поэтому в доме плюсовая температура. Но все равно нужно тепло для того, чтобы продолжать что-то делать. Потолок и стены я крашу водоэмульсионкой. Вот такая латексная интерьерная краска. Раньше, еще когда здесь жила моя бабушка, все белилось мелом. Я все поразмывала и решила покрасить водоэмульсионкой. Так, я считаю, будет лучше. Потолок пробелила, сейчас буду вот этот угол печки пробеливать белым цветом. Стены у меня будут другим цветом. А возле печки белая, потому что в конце сезона, после того, как перестанем топить, можно будет или размыть, и еще раз пробелить, или опять не подбирать цвет, такой, как будет на стенах. Сегодня новый день, 2 марта. Мы здесь переночевали. И смотрите, какое прекрасное утро. Солнце. Ну, немножечко мороз. Сейчас открою окно. Солнышко. Ну, из окна вот не очень холодно. Наверное, будет плюсовая температура, солнечный день. Будем сегодня заниматься продолжением ремонта. Муж будет доделывать сарай для дров. А я буду продолжать заниматься ремонтом. Сегодня утром еще на один раз пробелила угол. Есть разница между стенами и угол плиты. Вчера вечером пробелила угол, но не очень мне понравился, поэтому сегодня с утра уже нанесла второй слой краски. Это еще она не высохла, это мокрые пятна, это еще она не высохла, краска. И сейчас буду заниматься плитой. Размягчила глину, буду замазывать плиту глиной, потому что цемент, если цементом замазать, то она потрескается. Поэтому буду как по старинке, как делали наши бабушки, дедушки, наши родители, буду замазывать трещины глиной. Ну, в общем, что есть, из того и лепим. Развела глину до состояния такой жидкой сметаны и всыпала сюда песок для крепости. Сейчас размешаю и буду им обмазывать плиту. Не знаю, правильно я делаю или нет, но помню еще с детства, когда смотрела, как дед мой вот это все делал, вспомнилось то, что он делал, и решила тоже так же сделать. Смачиваю водичкой
те места, которые буду обмазывать, чтобы на мокрое глина лучше сцепилась. Аккуратненько, так как уже побелила. Потом еще где зацеплю стену, там еще потом после этого пробелю еще разочек, прокрашу. Обмажу плиту, немножко отдохну и начну заниматься стенами, красить стены. Для стен выбрала телесный цвет, ну, в общем, не я выбрала, а дети. Попробую, разбавлю, какой он будет на самом деле, может придется менять цвет. Если будут смотреть меня мастера этого дела, вы меня сильно не критикуйте, потому что этому всему меня никто не учил. Делаю все на уровне своей интуиции. Как понимаю, так и делаю. А там как получится. Так что строго не судите. Хочется сделать хоть что-нибудь стоящее. Ну, вот получится это стоящее или не получится. Ну, будем думать, что будет все хорошо. А сейчас пройдусь по намазанному простой водичкой, чтобы выровнять, чтобы не было комочков, ровненько лег слой. Вот такая печка у меня получилась. Мастера, не судите строго. Как умею, так и делаю. Немножечко привела в порядок, как смогла. Вот изделие, вот такое изделие получилось. Вышла на улицу. Смотрите, какое сегодня солнце яркое. Вообще шикарно. Сейчас пойду посмотрю, что муж сделал уже. Он уже сарай для дров готов.
уже сделал, умничек. Вот такой. А он его скрутил, чтобы двери не открывались. Вот такой сарайчик сделали, небольшой. А сейчас делает крыльцо, чтобы на двери вода не лилась. Варит козырек. Варит поперечные перекладины для укрепления из профиля.